Сотрудники административной полиции задержали водителя автомашины, скрывшегося с места ДТП, подозреваемого в наезде на пешехода. Это происшествие случилось 2 месяца назад на бульваре Кунаева. 28 января текущего года в городе Чимкент по проспекту Кунаева напротив вновь строящегося фитнес-центра «Роял Клуб» примерно 21 час 30 минут был совершен наезд на гражданина М, неизвестной автомашины, в результате чего пострадавший скончался при доставлении в больницу. Для раскрытия преступления была создана специальная оперативно-следственная группа. В течение нескольких часов в городе осуществлялся план-перехват. Останавливались и проверялись все автомашины, попадавшие под описание свидетелей. Кроме того, полицейские изучили данные всех камер видеонаблюдения, установленные на автомобильных дорогах в районе ДТП. Подозреваемая автомашина была установлена путем выборки, проверки камер видеонаблюдения, установленных на перекрестках Кунаева-Желтоксан и Кунаева-Жандосова. За тот отрезок, 20-минутный отрезок времени, на данном участке проехало более 110 автомашин, были проверены более половины из них. Поиск виновника ДТП дал результат через 2 месяца. Немалую роль в этом сыграли показания случайного свидетеля в момент трагедии, находившегося на месте происшествия. Буквально вот недели две назад был установлен очевидец происшествия, который и дал приблизительные номера, по которым мы и вычислили эту автомашину. Как объяснил задержанный водитель, в тот день на дороге была плохая видимость. Избив внезапно появившегося на дороге пешехода, он испугался и скрылся с места ДТП. В течение всего времени до задержания он обходился без автомашины, закрыв ее в гараже. Сейчас по факту покидания места ДТП, повлекшего смерть пешехода, возбуждено уголовное дело. Водитель заключен в изолятор временного содержания. Автомашина нарушителя водворена на штрафную стоянку. Жүргүзүшү. Сотрудники дорожно-патрульной полиции в ходе рядовых мероприятий задержали водителя автомашины «Лада Приора», совершившего сразу несколько нарушений правил дорожного движения. При проверке у водителя не оказалось при себе документов на автомашину, а помимо этого номера, установленные на «Приоре», принадлежали другому автомобилю. Это ваша автомашина. Вы где проживаете? Автомобиль зарегистрирован на вас. Откройте, пожалуйста, багажник. Багажник тащишь? Покажите, пожалуйста, что у вас здесь есть. Где ваш личный номер автомашины? Где ваше водительское удостоверение? Видите, этот номер принадлежит другому автомобилю. Ладно, жүргүзүшкө алдым же. Жеке көлүгүм бар мы? Ладно, у вас нет водительского удостоверения, но удостоверение личности у вас есть или его тоже нет? Задержанного водителя полицейские доставили на медицинскую экспертизу. Как установили врачи, помимо 2 выявленных нарушений, молодой человек совершил и 3 наиболее тяжкое правонарушение. Он управлял автомашиной в нетрезвом состоянии. В ходе рейдовых мероприятий нашим подразделением была задержана автомашина «Лада Приора». При проверке личности водителя мы выявили, что у него нет документов на автомашину, а номера, закрепленные на автомобиле, поддельные. Помимо этого, как установила медэкспертиза, управлял водитель своим автомобилем в нетрезвом состоянии. На нарушителя были оформлены 3 административных протокола. Автомашина водворена на штрафную стоянку.